Добрый день. Добрый день. Журнал «Экоград». Значит, мы присутствуем на пресс-конференции, посвященной проблемам реки Амур. Пожалуйста, тем более, что вы знаете эту проблему, так сказать, не понаслышке, а из первых рук. Пожалуйста. Знаете, проблема настолько острая, да, что, честно говоря, у меня душа очень болит, и не только у меня, у всех жителей Амура. А вот, знаете, я вот недавно смотрела соцсети буквально, вот, пока было время перед пресс-конференцией, но интернет взрывается, люди настолько, понимаете, они говорят, ну и так же тяжело, ну куда еще, как бы, да, рыбы нет, это в первый раз такое, никогда такого не было. И поймите, я как бы сама с Танайского района, вот именно туда, где у нас анюйское стадо, рыба не пришла, то для нас это такой шок, чтобы ловили по одной-две, это что-то страшное. Поэтому, к счастью большому, что есть эта пресс-конференция, что обратили на нас внимание. Огромное спасибо организаторам, что мы смогли приехать и выступить, и рассказать о нашей беде. Это настоящая беда, поэтому я надеюсь, что все-таки не просто так мы сюда приехали, что непременно будут приняты меры, и наконец-то будут слышать не только вот тех, у кого денег больше, да, а тех, извините, которые живут на местах на Амуре, в нашей стране, да, на самом краю, можно сказать, нашей страны. Но при этом оказалось, что именно их права нарушаются. Мы не говорим только о коренных народах, мы говорим об общей беде, о том, что у нас экологическая катастрофа. Анюйское стадо вырезали в этом году полностью. Это ужас какой-то. Спасибо большое. Всего доброго.